Добрый день всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса, 10 июля». Друзья, 5 минут назад появилась информация о том, что на данный момент в северо-западной части Черного моря находится 2 ракетных корабля, на борту которых более 15 крылатых ракет морского базирования типа «Калибр». Напомню, что еще со вчерашнего дня численность кораблей и подводных лодок значительно уменьшилась. По последним данным, которые я давал на своем канале, было 4 ракетных корабля, 2 подводные лодки. Сейчас мы видим, осталось только 2 корабля. Подводных лодок нет, и 2 корабля тоже ушли. Также в Черном море находятся 3 больших военно-десантных корабля. Не знаю, в связи с чем связано данное уменьшение кораблей ракетоносцев и почему ушли подводные лодки. Вот, это мне неизвестно. Вот, но это радует, потому что угроза с моря стала меньше. Но, тем не менее, она присутствует, поэтому ни в коем случае не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Я на связи, друзья, как только будет появляться какая-то информация, сразу же буду сообщать. На данный момент в Одессе, слава богу, тишина продолжается. Все тихо, мирно и спокойно, без взрывов, без прилетов. Подписывайтесь на канал, до встречи, всем пока.